Друзья, всем привет! В данном видео разберем три вида щетины, которая подойдет для метлы или для щетки. Первая, самая мягкая, это просто скрутка под ленты. Вторая, она уже пожестче. Это термоусадка ленты на каком-нибудь материале. Ну, позже все покажу. И третья, самая грубая щетина, это трубки из пластиковых бутылок. Сейчас разберем каждый в отдельности и покажу, как их делать. И начнем с первого вида. Это скрутка или тросик из пластиковых бутылок. Как обычно, берем пластиковую бутылку, отрезаем дно, моем ее. Распускаем на ленты нужной ширины. И под действием горячего воздуха скручиваем ее с помощью дрели или шуруповерта. То есть включаем фен, делаем заход под дрель. И начинаем скручивать. И таким образом делаете пруты нужной вам длины и диаметра. То есть, чем шире лента, тем толще прут. Второй вид щетины – это так называемые полутрубки. Где-то они полностью сворачиваются, где-то наполовину. То есть, как они делаются? Также берем пластиковую бутылку, нарезаем на ленту нужной ширины. Затем берем какую-нибудь доску или фанеру и просто наматываем ленту. После чего эту ленту можно окунуть в горячую воду, а можно также с помощью горячего воздуха сделать термоусадку. После чего даем лентам остыть. Срезаем их. Снимаем фанеры. И получается вот такой пучок щетины. То есть с этого краешка можно подровнять. Довольно жесткая щетина получается. И третий вид щетины или прутьев, кто как называет, это трубка из пластиковых бутылок. Она самая жесткая. Как же делаются такие трубки? Для этого скручиваем спираль из проволоки нужного нам диаметра. Ссылку на полный ролик, как делать трубки, я оставлю в описании. То есть продевается в такую спираль наша лента. И под действием горячего воздуха протягивается через нее. В итоге получается трубка. Вот как мы здесь видим, заходит лента, выходит трубка. Ну, как вы догадались, проще всего делаются вот такие прутья. Потому что проще бутылку распустить,
Видео, как сделать метлу из этих прутьев, у меня тоже есть, ссылку я оставлю в описании. Оцените видео лайком или дизлайком, кто в теме, подписывайтесь на канал. Всем пока!